Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинскому городскому округу задержали ранее судимого 35-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он подозревается в незаконном обороте наркотических средств. В ходе патрулирования вблизи деревни Пуговичино полицейские заметили машину, припаркованную у лесного массива. Рядом находился мужчина, который при проверке документов вел себя подозрительно и заметно нервничал. При досмотре багажника автомобиля обнаружено и изъято 13 обмотанных скотчем брикетов с веществом белого цвета и другие предметы. Где вы получили данные свертки? В телеграм-канале. Ага. Адрес. Ага, что там, наркотики? Казалось, да. Ранее было неизвестно. Угу. А какие? Я не знаю. Со слов задержанного, криминальный заработок он нашел в одной из социальных сетей интернета. По указанию анонимного куратора, мужчина прибыл на территорию Ленинского городского округа, где должен был забрать из схрона посылку с крупной партией наркотических средств, после чего разделить ее на части и распространить через тайники закладки. В телефоне злоумышленника найдена фотография с координатами мест закладок. В ходе выездов по указанным адресам в лесу вблизи города Видное оперативниками обнаружено 2 тайника, из которых изъято еще 30 брикетов с аналогичным содержимым общей массы около 43 килограммов. Согласно заключению эксперта экспертно-криминалистического центра, содержимое 3 из изъятых свертков является производным наркотических средств эфедрона и мефедрона весом около 3 килограммов. Следователям возбуждено уголовное дело. Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальная часть изъятого будет исследована в рамках возбужденного уголовного дела.